Всем привет, с вами Кэти Лакс, и сегодня мы будем делать необычную поделку букет. Я беру воздушный пластилин двух цветов, белого и светло-розового, смешиваю их между собой, чтобы получился мраморный цвет, и катаю колбаску, и из колбаски сверчиваю вот такую вот завитушку. Беру пластилин светло-зеленого цвета, скатываю из него шарик и вылепливаю из этих шариков лепесточки. С помощью стека делаю внутренние прожилки листьев. Скатываю маленький кругленький шарик и добавляю к нему листики. С помощью сухой пастели я прорисовываю внутренние прожилки листьев. На самом цветочке местами розовой пастелью добавляю прорисовку. Еще мне захотелось украсить этот цветочек нежными блестками. Для следующего цветка я взяла ярко-розовый цвет, скатала из него шарик и сделала лепесточку. С помощью стека разделяю наш цветочек на три части. Берем зеленый пластилин и катаем из него шарик. Делаем лепешечку. Лепешечку мы разделяем на несколько частей стеком и каждую частичку вытягиваем вперед. Полученную заготовочку прикрепляем снизу на наш цветочек. Катаем еще один шарик и прикрепляем его снизу. Из белого пластилина катаем тоненькую длинную колбаску. Берем нашу колбаску и извилистой линией делаем прорисовку на цветочке. Так он сразу становится гораздо ярче. Для следующего цветочка я беру светло-розовый цвет, катаем шарик и пытаемся немножко вытянуть его в овальчик. Стеком разделяем на три части. Катаем колбаску из ярко-розового цвета. Также катаем колбаску из белого цвета. Перекручиваем как спиральку колбаски между собой. И раскатываем вновь. Из полученной колбаски делаем завитушку у себя в руках и прикрепляем ее к цветочку. Остальную колбаску располагаем по контуру цветочка. Снизу под цветочком добавляем зеленый шарик и лепим листик. На листике не забываем делать прожилки стеком. Если у кого-то нет сухой пастели, можно попробовать воспользоваться тенями для глаз. Берем шпажки для канапе или палочки от суши и вздеваем в наши поделки. Мне хотелось сделать три цветочка совершенно разных и отличающихся между собой. Вы можете повторить такие, как у меня, или сделать три одинаковых.